Приветствую всех, кто будет смотреть это видео. Оно посвящено резьбе Нецки. Довольно-таки интересный сюжет. Работа на заказ. Человек, который будет дариться это Нецки, собирает кротов разных. И мне заказали такой в подарок. Данный сюжет не встречается, по крайней мере, я не видел в классических японских нецки, но они встречаются вообще как нецки. Например, 2-3 штуки я видел, вторая половина 20 века. Но они все черные. Я же буду делать альбиноса. Да, представьте себе, крот альбинос. И сюжет такой, как будто он поймал дождевого червя. Вот такой у меня разный тут вид. Я себе представлял, как он, как будто он не только как съесть, а как будто он с ним борется, как со змеей, с большой анакондой. Как будто червь не такой маленький, как бывает обычно, а какой-то гигантский. И вот этот маленький крот пытается победить и съесть своего противника в виде дождевого червя. Специально для Нецки у меня отложен кусочек рога, который я рассказывал в других видео. Например, я из такого же рога вырезал обезьяну, который держит Нецки. Вот от него же вот этот кусочек. Долго оно лежит, не знаю для чего. Потому что форма такая необычная, трехугольная. Не мог никак ничего придумать. А сейчас прям вот взял и сюжет сам сюда сел. Как бы сама форма внутри увиделась. Показалась. Вот смотрите, вот у меня было вот такой вот изначально. Как будто он на одно, вот это нос и червяк на одном уровне. А потом, когда я взял в руки вот этот кусочек, сразу увиделся вот этот нос, как будто он пытается укусить, или он улыбается, что побеждает. Даже непонятно, такой как бы оскал будет. И вот червяк тоже будет где-то в этом месте. Здесь лапки. Ну, вот здесь, наверное, этот кусочек все-таки уйдет лишнее, потому что это очень тонко и лишнее. Так, ну, Нецки должно, как у меня, условно помещаться в руке. Пока, видите, ничего не помещается. Довольно-таки хороший рог, как я говорил выше. Вот нету почти пор, только вот такая небольшая часть. И сам рог очень-очень плотный. Здесь вообще вот в этом месте только немножко. Так, ну что, начнем. Я не буду дальше комментировать особо нечего. Работа фрезами, фрезы китайские, покупались на экспрессе. Так что никаких проблем, можно купить. Забить в поиске, и ничего сверхъестественного в моих инструментах нет. И, кстати, да, вот смотрите, у меня новинка, такой поддон. Теперь буду работать и все сыпать в этом ложе, так скажем, да. Ну что, он крепкий, пластиковый, от вещевого шкафа. Ну еще лет 10, наверное, работы, и я накоплю на вытяжную систему. Пока что вот так буду собирать. Хорошо держится, половина на коленях, половина на доске, и будет здесь собираться, сразу можно будет выбрасывать, а не подметать, как я делал ранее. Буду, конечно, пользоваться маской. Маска у меня марлевая, обычная. Иногда, если очень грязный рог, то я смачиваю с водой, вода останавливает небольшие частицы. Здесь Около, я не знаю, сколько здесь не я шил. Наверное, слоев 10 есть. Так, еще что. Ну, конечно, надо иметь очки обязательно, потому что очень часто даже кусочки рога отлетают в глаза. Это может очень серьезно повредить зрение. Берегите себя, начинаем работать. Thank you.
Ну вот, собственно, и окончилась работа по резьбе рог лося, глаза из рога буйвола. Тонировал сначала этого червячка марганцовкой, затем тонировал полностью всю фигуру выжимкой орехов зеленых грецких. А после этого там, где пористая часть вот на пузе, на мордочке, полностью заново прорезал шкурку. И получился тот же эффект, который получается в природе, когда альбинос, любой животное альбинос, и там просвечивается небольшая такая затененность под шкуркой. То ли шкурка более темного цвета, то ли пачкается белая шкура быстро. Ну, все на фото альбиносы, любое животное практически, не имеет очень белые шкурки. Имеет такие вот, точно, вот точно как здесь есть, небольшие потемнения на шкурке. И вот эти вот пористые части как раз очень классно, прямо очень сильно красиво получилось именно вот этот вот эффект. Ну, правда, у меня увеличилось количество работы, потому что здесь по два раза проходил, по три раза в некоторых местах. А здесь уже, получается, четвертый раз прошелся. Ну, зато эффект очень интересный. Здесь, где пористая часть, шкурка не так хорошо видна, как на более твердой вот этой части. Конечно, если это какая-то более благородная кость, таких, конечно, эффектов нет. Там за счет тонировки надо выводить это. А здесь за счет того, что здесь есть пористая часть, и классно выходит. Видите, носик такой блестящий, а вот где мордочка, уже такая оттененная, классная. Первый раз я вырезал, что он как бы кусает червяка. Ну, такой милый крот, и получается какая-то, не знаю, как это сказать, не очень совпадало. И у меня даже червячок здесь покусанный, вот если посмотрите изнутри, здесь есть места, где я изобразил, что он их укусил. Червяк уже сдался, он победил бы, как бы, и он уже бы как бы улыбается. Ну, мне не понравилось, что у него там зубы. На самом деле у них очень острые зубы. И очень немало их. Ну, получалась какая-то жестокая сцена. Поэтому я зубы убрал и сделал так. Приоткрытый рот, тут только видно. Чуть-чуть как будто он приоткрыл или наоборот закрыл. Плюс я еще вот эти вот когти на задних лапках, они вот прямые. Но я сделал чуть-чуть их как бы загнутые. На самом деле природа так не делает крот, естественно. Он не загибает свои когти. Но это допустимо в Нецке. Там, чтобы главное, чтобы не какие-то мелкие детали не портили ткань очень тонкую. И не отламывались мелкие части. Опять же, это рог. Эти мелкие части, мелкие торчащие коготки могли просто обломиться. Или просто сточиться. Даже от прикосновения рук запросто. Потому что очень тонкий, это 0,3-0,4 мм один коготь. Так, что еще? Ну, хематоси вот это, или хематоши, как называют, как по-разному. Довольно-таки глубоко я делал. Я вообще делал их глубоко, потому что те, кто раньше делал их на поверхности, так скажем, 2-3 мм, 2 мм даже меньше, то очень часто обламываются эти места. Я минимум 5 мм оставляю. Эти отверстия нужны для шнурка, чтобы подвешивать. Кто не знает, часто спрашивают. В этом месте расположил так специально и обыграл как бы червячком. Это часто вот эти места обыгрываются вот именно вот такой вот окантовкой круглой. А я сделал как бы червячок. Тоже классно, по-моему, идея пришла, вот когда я уже вырезал этого червяка. Плюс за счет этого имеет такую вот позицию. Вот он садится. Можно вот его раскачивать. Он, ну, конечно, он упадет, если сильно качнуть. А так, вот, видите, он как бы, ну, не скажу, что не валяшка, но может уронить. Его уронить можно, конечно, вот. Но он в боковое положение приходит только. Вообще, изначально думал не делать. Потом думал, вот где-то червяка заведу за спину и сделаю. Но потом он мешал просто поставить фигурку. Чаще всего нецки в 20-21 веке стараются, чтобы их поставить. Хотя у них функционал висеть. Часто даже старинные нецки 18-19 века их
сложно поставить, они просто валяются или под опорой стоят. Потому что их планировали и их делали как предмет, который висит, а не который стоит. Предмет, который стоит, это акимоно. У него не бывает отверстий и чаще всего бывает побольше размером. Размер довольно-таки не маленький для нетски и небольшой, самый раз как раз. Я же говорю, вот то, что мой тест, это вот чтобы закрытой ладони не было видно нетски и полностью закрывало. Вот. Сейчас я сделаю замеры, поищу инструмент и продолжим разговор. Всегда замеряю максимальные размеры, которые есть у нетски. Так, вот это, по-моему, максимальный размер. 32. Только больше этого нету? Нет. По-моему, это максимальный. Сейчас, это надо очень-очень аккуратно. Да. Подождите, как его замерять-то? Подождите, вот. Ну, пускай будет 30 ровно, потому что здесь сложно замерить. Прыгает. 30 шириной. Так, вот длина как? Так длину? Или так длину? Давайте вот так вот длину. От макушки до кончика хвоста. 42,8. 42,8, да. Так, еще и высоту от кончика носа до спины. 30,2. 33. Да, 33. Вот такие размеры. В принципе, чаще всего нетски делают в размерах 30. 35 миллиметров, вот так примерно, до 40 миллиметров считается оптимальным размером, как бы, да, вот условно. Тут нет, конечно, вот обязательно такие размеры должны быть. Они бывают и по 15 сантиметров, вот такие вот здоровые. Бывают и меньше, вот такие намного меньше, по 20 на 30 миллиметров, очень разные. Но здесь именно вот сама фигурка, сам материал, по-моему, подобрана. Ну, себя хвалить, конечно, это... Самое последнее дело, но, по-моему, очень хорошо подобрано. Прям цветовая гамма очень классно смотрится именно на этом сюжете. И материал выдержал вот эти вот, эту резьбу, эту тонкую резьбу, довольно-таки тонкая резьба, потому что запросто могло обломиться. Ну, повезло, потому что переделать это было бы сложно. Ну, собственно, такая работа. Сейчас я покажу на крутилке и на свежем воздухе, как смотрится. Всем пока, всем удачи, всем здоровья.